Утром 16 ноября 2023 года на автодороге в Надеждинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, в котором находилось 15 детей и их сопровождающие. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Состояние здоровья 8 пассажиров уточняется. Водитель не пострадал. Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия и в настоящее время допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.